стороны, даже от первого места всего 16 очков отстаю. 16 очков для пули, это так. Мелочи жизни. Так, 2500, поехали. Поехали кататься. Так, D4. Ты во что играешь вообще? Я вроде в шахматы пытаюсь, а он во что играет, я не знаю. А E5. Попробуем так, мутончик. Как же я без музыки буду играть-то, а? А если так, простите? В смысле? Так, простите? Блин, он живет пока. Во всяком случае, делает вид. Туда. Заставим его короля в центре потусоваться. Надолго. C4 хочу. Да. На отход коня, кстати, простой. Там ладья D7, красивая победа. Где-то. Так, он думает. Ну да, позицию такую, конечно, в пулю особенно играть очень сложно черным. Очень сложно. Очень сложно. Да, хочу слон на B2. Поменять его дислокацию. По диагональке убить. Бам! Смачный ход. Сюда просто так. И так. Уничтожение. Ой, красиво. Вот это классно. Вот это классно было. Этим я доволен. Победа. Спасибо. Блин, ладья D7. Просто под два боя. У черных все защищено. Да, вот это классно зашло. Ну, конем нельзя было бить из-за мата на G7. Слоном нельзя бить, потому что связка. Но на взятие забрал сюда и разгромчик. Блин, вот это красиво было. Вот это приятная победа.